на ГЭС-фесте. И вот я хочу узнать, откуда вы? Мы из Ижевска. Из Ижевска? Да. О, там делают оружие, стреляют. Да, стреляют. Отлично. А как вообще вам здесь атмосфера? Очень нравится, очень позитивно. А чем позитивная? Люди вокруг и природа вообще замечательная. Ага, спасибо. А скажи, пожалуйста, вот у вас здесь первое выступление или второе уже? Уже даже третье, скорее всего. Я люблю этот фестиваль, езжу каждый год с удовольствием. Как дела? Отлично, отлично вообще. А что ты сегодня играешь? Я сегодня играю drum and bass. А как тебя зовут? Меня зовут Евгений C2K, C2K, я из Питера. Это играет мой ремикс. То есть ты, короче, любишь всякие вечеринки типа World of Drum and Bass, пиратская станция и так далее? Да, 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 я их посещаю регулярно. А как ты думаешь, клубная столица Москва или Питер? Однозначно Москва. Москва? Конечно. Блин, но там же болото, а в Питере все-таки рейв. В Питере болото, в Москве все отлично. Ясно. И последнее, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелал вот людям, которые танцуют на танцполе? Блин, я пожелал бы им лучше двигаться под музыку техно, потому что как бы, ну, блин, это просто позитив и круто все. Все отлично, ГЭС-фест отдыхает, мы отдыхаем вместе с ним. Да, слушай, вообще сегодня 5 танцполов. Да, и между прочим, я уже отработал на 2, несмотря на то, что сегодня только первый день. Ну а ты из Самары? Ты самарский диджей? Нет, я сам из Ростова-на-Дону, представляю одну из популярных радиостанций. Ну типа Каста, Бас и так далее. Да, да, конечно. А, слушай, слушай, это я тебя видел, ты записывал свое видеообращение там на Радио Рекорд. Все правильно ты сказал, это действительно было так. Отлично. Слушай, а вот немножко забегая вперед, то есть, короче, вот Азов-фестиваль, там будет здорово. Без сомнения, потому что готовится фестиваль по масштабу не меньше, чем ГЭС-фест, мы открываем который сегодня. Это однозначно будет новый шаг в клубной культуре России. Отлично. Слушайте, а скажите, вот что вы здесь делаете? Приехали отдыхать, тут вообще офигенно, клево. Я всем посоветовал бы, даже родным, близким и всем знакомым. Ну, короче, ГЭС на самом деле 5-й год, это круто. Это вообще офигенно. Это просто самый шикарный место. Ну скажи, а вот вы сколько уже приезжаете на ГЭС? Я 3-й год. 3-й, да? Третий. А вы? Тоже с ним вместе. Мы же с ним кем, в одной кепке едем. То есть, если будет какой-то другой фестиваль, вы нифига, не поедете? Нифига, ну зачем он нужен? Угораешь. ГЭС рулит! Здорово дела. Отлично, ты немножко уставший, 5-й год ГЭС, вообще здорово или... Это замечательно просто. Ты доволен? Я буду доволен, когда он закончится. Ну еще... еще доволен, когда он начинается. Здорово, здорово. Ну что я могу сказать, я первый раз на этом фестивале, но на самом деле вот потрясающая погода, потрясающий вид просто, жарко, природа, жарко, да, я надеюсь, что на танцполе, когда мы будем разрывать танцполы, будет еще жарче. Красивые самарские девушки. Да, очень красивые самарские девушки, их очень много здесь, как бы, глаза просто разбегаются. Дела? Окей. Господи, он еще говорит, с ума сойти, ты откуда, с какой планеты? Шкелярный дахин ухаре. Ой, мамочки, как тебе ГЭС-фест? Куль! О, отлично. Слушай, а вот тут рядом с нами бабочка или, я не знаю, ангел прилетел. Здесь есть смесь, смесь. Как тебя зовут? Ангел. Ангел! Слушай, расскажи, пожалуйста, ты какой год уже на ГЭС-фесте? Первый. Первый? Блин, и вот ты вот так всегда выглядишь, каждый год. Первый или 5 лет. Я так выгляжу каждый день. Каждый день? Ну, блин, день. Отлично. Хорошо. Пожелай несколько приятных слов всем участникам ГЭС-феста. Ну, желаю хорошо повеселиться и не будьте гремлинами в конце концов. Скажите, пожалуйста, а вообще что здесь вам нравится? Диджей. Красотки такие, мачо, накачанные, понятно. Ну, а помимо диджеев, может быть, еще атмосфера, люди вот на катерах, которые нас катают. Погода. Ну, музыка. 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 Атмосфера. Отлично. А вообще... Скажи, пожалуйста, а вы откуда? Мы из Самары. Самарские девушки. Вот, у меня сразу вкус хороший. Спасибо, пожалуйста. ГЭС-фест. ГЭС-фест отменный. До моего выступления не было народу. Но теперь всех собрал. Теперь зал полный. Я счастлив. Как дела? Отлично! Просто супер! Ты откуда? Только что с войны, что ли? Ну, практически, да, где-то рядом был. Как тебе ГЭС? Супер!
Просто супер. Тебе не нравится, да? Да. Слушай, а тут рядом зайцы пробегают, смотри. Да, зайцы пробегают и прибегают. Скалдой прям вообще. Молодой, крутые зайцы, R&B зайцы. Слушай, расскажи вообще, тебе здесь что нравится, люди, музыка? Мне или... все нравится, обстановка, как все сделано. Выбор, ты какую хочешь, такую музыку и слушаешь. Поэтому... Красик, как дела? Привет, по-моему, по мне видно, что отлично. Слушай, мы сегодня на Госфест 5 лет уже, как вам все? Круто. Ой, я знаю, что в конце месяца, в июле, будет Азов, там будет тоже 4 дня туса. Я слышал, а мы что сделаем? Мы поедем! На самом деле, как вы думаете, вообще Госфест или Азов вообще, для чего люди собираются? Там тусовка, музыка, что вообще притягивает? Незабываемая атмосфера, наверное, позитива такого, драйва общего, мощного, когда много-много людей все тусят, все довольны. И самарские красивые девушки приедут. Самарские девушки самые красивые. Тольяттинские.